В Тюменской области продолжается прием заявок от предпринимателей для участия в конкурсе «Лучший экспортер года. Успеть нужно до 15 ноября». Предприятия смогут побороться за победу. В 5 номинациях фавориты регионального этапа выдвигаются на Всероссийскую премию правительства страны в области международной кооперации и экспорта, а также получат средства на дальнейшее развитие. Уже третий год мы проводим такой конкурс. В этом году мы его перестроили отчасти под требования, которые утверждены правительством Российской Федерации. В этом году наша деятельность и наши условия, и номинации, и все остальное, оно, безусловно, соответствует всем федеральным нормативным актам. Мы будем определять и в номинации «Лучший аграрий» и «Экспортер», и «Лучший промышленник», «Экспорт услуг». То есть номинации самые разнообразные. Я добавлю, что награждение состоится на Тюменском экспортном форуме 3 декабря в технопарке.